короче, так приятно, классно. Все вот так вот, вот так вот, перемены, жизнь кипит. Чтоб просто мне сказали, извините, до свидоси. Да, и когда я только начала повышать голос, обидка какая, представляете, приехала на заправку. Это такое, ё-моё, вот это счастье. Вот дома, видите, вот как тут жить, посмотрите на эти балконы. Всем доброе утро, друзья. Фух, что-то сегодня я так сладко спала. Уснула где-то, не знаю, может быть, 11:30. Вообще я уснула бы в 9 часов с ребенком, но что-то я встала, пока то, пока сё, потом один звонок, одно сообщение, там надо было кое-что сделать. Я вставала, смотрела, потому что понимала, что завтра не будет времени. Должно уже быть все готово. И сегодня впервые за все время, представляете, я не слышала будильник. Я не поняла. Вообще у меня стояло там, что через 9 часов он там сработает. Я его не слышала. Я просто открыла глаза, смотрю на время 7:30. Думаю, что за фигня? В смысле 7:30? Смотрю на часы, не вижу, что будильник пропущен. Может, он не звенел. Ну, в общем, я встала, и Дэнни сразу разбудила. Мы сразу оделись, не завтракали и пошли в садик. И даже не опоздали, его 8 часов провела в садик. У нас до 8:20 принимают. И хотя, знаете, я в общей группе вижу, что там и в 10 приводят, и позже. Так что, в принципе, по большому счету, ничего страшного, если опоздали, да? Но сам факт, это хорошо, что я внутренние часы уже похожи, да, такие. Я встала в 7:30, вот так прям раз собраться и одеться. Так что я сейчас пришла, вообще такие, мы еще сонные шли, мне кажется. Сейчас я сделаю свой кофе новый. И буду бодриться. Блин, крошки мои, каждый раз я в спешке, вот сейчас сажусь, и такая, дела, значит, из дома строю, так, надо это сделать, это уже в столярии сколько времени пытаюсь доехать, надо начать, а хотя бы набирать загар, там, я думаю, 10 сеансов какие-то сходить, там, поднабрать загар, потом уже сделать еще там дополнительный загар быстро, да, и я так, ну, как бы, я не хочу сильно загорать, но я хочу золотистый цвет кожи, да, вот, ну, короче, дел надо вот это думала еще давно сделать, у меня много дел, которые так откладываются, откладываются, не успела, ну, каждый раз, когда я сажусь в машину, я думаю, блин, машину же надо помыть. Она же все у меня вот это вот испачканная. Вот, наверное, после вокала я сразу пойду помою машину. Ну, первым делом надо. Сейчас я на вокал, вот. А потом машину помыть. Погода у нас хорошая, кстати. Даже, может, и шапка не нужна. Но я одела. Вот, сейчас хотела голову помыть, но поняла, что... что мне нужно, ну, помыть голову и сразу тестить бигуди там из фикс-прайса одни, я вам обещала затестить. Их надо на, ну, как бы голову помыла, влажная голова и крутить, ну, чтобы нормально они накрутились, возможно. Не знаю, мне кажется, это трэш-бигуди, я вообще не представляю, что это за видео будет. Максимально смешно, если оно уже будет снято, я вам здесь оставлю или под видео ссылку. Если не будет снято, то просто на мой второй канал подписывайтесь, оно уже будет на днях, потому что сегодня я планирую его снимать, а видео эти я выкладываю чутка заранее. Вот, и сегодня еще Миша позвонил и сказал, что, возможно, у него будет время вот буквально через 2 дня. Вот, но он еще точно скажет мне, но вроде у него окошко там освободилось, и мы сможем нарастить волосы. Вот. Так что... Все вот так вот, перемены, жизнь кипит. Все, мои хорошие, я наконец-таки доехала до моечки. Сегодня мы так распелись хорошо на вокале, что у меня аж небо, верхняя мышца аж почувствовала. Вот, и уже начали осваивать песню. Потихоньку. Сейчас отдала машину, 40 минут мне нужно пошататься. Но я-то еще одета, не знаю, не очень-то тепло, знаете ли. И, короче, вот хожу, какие-то ларьки. Сейчас что-нибудь вкусненькое куплю. Табак, кофе, чай. Вот здесь у нас ларечки, мясная лавка. Только, мне кажется, все закрыто какое-то. Какое-то все закрытое. Видите, ничего не горит. Вот. Короче, похожу. Надеюсь, не замерзну за 40 минут. Взяла девочке булочку. Какая ностальгия у меня. Мама, ты помнишь эти булочки? На самом деле, мы давным-давно работали, ну, прям на пекарню. Прям на пекарню работали. И даже в этой пекарне я видела, как булочки готовят. А вот мама продавала
у меня булочки, и я их продавала тоже, помогала, мне очень нравилось. И как бы, ну, мы в пекарне ухожи были, вот, я видела, как все это готовится, и мои любимые булочки были, одни из любимых, это с курагой. Я их увидела, и такая захожу, говорю, а это, говорю, случайно не булочки, которые вот здесь у нас в Александровке пекарне, я смотрю, эти стеллажи, на которых лежат, такие же. Он такой, ну да, я говорю, где-то вот тут внизу там она. Он такой, ну да. Я говорю, я когда была маленькая, работала, говорю, там. Ну как работала? Я официально не работала, мама работала. Но я активно принимала участие. Я могла маму отпустить и стоять с удовольствием, продавать эти булочки, кайфовать. Мы их всегда все продавали, их очень любили. У нас практически всегда пустые были стеллажи. Каждый день свежие булки были. А какой кайф, когда ты приходишь туда, и вот эта булочка, при тебе мне показывали, как делать ее, да? Мы там тусовались на пекарне. Вот, и только булочка эта подрумянилась, вылазит из духовой печи, вот там большие такие стеллажи были, и тебе сразу дают ее попробовать. Это очень вкусно. Ну, не изменились, рецепт тот же. Вкусно. Чтобы вы понимали, кстати, это возраст был мой, лет 13-11 мне было. Я вообще, не 11 даже, ну где-то 13-12. Я уже с этого возраста, с 11 лет, на рынке кукурузу уже, мы предприниматели с братом были, продавали, вот. И, в принципе, всю свое детство я провела вот на рынке, который у нас был конечная, в Александровке. Все, что там можно было продавать, я все продавала. Вплоть до 16 лет. И там буквально вот в 16 где-то, да, я устроилась только, ну, уже более серьезные профессии. Ну, не профессии, профессия продавец-то, понятно. Более серьезные конторы искала, то есть я уже сотовыми телефонами занималась, там мы ремонтировали телефоны, перепродавали, перепрошивали аксессуары. В этой сфере потом вот я была. Ну, где-то года полтора, наверное, два протусовалась на другом рынке, на Сельмаше. Рынок такой у нас есть. Ростовчане, привет, все, кто смотрит меня. На рынке на Сельмаше я продавала газ, воду, продавала постельное белье. Это все разные, ну, хозяева, разные ИПшники там, да. Продавала молочные коктейли, продавала сотовые телефоны. Что еще я там на Сельмаше делала? Мама занималась фотографией. Там еще вдоль дороги были ларьки такие. И вот в одном из первых было фото. Мама там работала и делала фотографии на паспорт. Мы тоже там часто с ней время проводили. Вообще еще помню с этими булочками, когда я помню пару раз. Я вообще не припомню, чтобы меня обманывали на деньги. Я всегда вот с детства, хоть и в каких-то вещах я была невнимательна, но я всегда на рынке знала, что нужно держать ухо востро. И многие люди, видимо, в том числе и мои близкие, попадались на удочку всяких мошенников, которые, знаете, там то сдачу там, ты им даешь, а они вроде тебе дали тысячу, а на самом деле не дали. Или кто-то говорит, я вам только что дала, а на самом деле он не дал тебе деньги, да, или просчитывают как-то, или это. Ну, есть мошенники, которые ходят и продавцов обманывают на какую-то мелочь, но все равно. И я помню, что для каждого торгаша всегда это было какое-то сильное потрясение, событие, потому что они зарабатывают там эти копейки, да, ну, грубо говоря, на самом деле. И, конечно же, тебя там, ты стоишь целый день там на холоде, и раз тебя там обманули на твою зарплату, понимаете, сегодняшнюю, особенно если это, ну, в основном реализаторы там стояли. Вот. Ну да, много реализаторов стояло. И, конечно, это была потеря-потерь. Каждое такое событие, если кого-то что-то обманули, переживали все окружающие. Ну, сопереживали. Вот. И я помню, как меня пыталась обмануть одна женщина. Но я еще брала своим возрастом. То есть, если ребенок начинает кипишевать, да, то вполне понятно, что, скорее всего, если начнут разбираться, поверят ребенку, посмотрят на человека, который пытается обмануть ребенка, да. И когда я только начала повышать голос, когда женщина, вот что-то она, то ли, я не помню конкретно, да, но то ли она мне там
То ли она мне говорит, что она мне давала деньги и требовала сдачу, а она не давала, и у меня, по-моему, даже не было такой купюры, с которой она просила сдачу. То есть они же иногда это делают наобум, да, там, они же не знают, какие купюры, сколько у меня, и как бы говорят, типа, я тебе дала 1000, давай мне сдачу с 1000, я же только что дала, а у меня нет 1000, выверните все мои карманы, у меня нет 1000-ных купюр, что-то подобное было. И я ей говорю, вы мне не давали. И она сначала попробовала своей взрослостью как бы подавить на меня, но я сразу такая истеричка была, я сразу начала повышать тон, я сразу поняла, что передо мной мошенник, вот, и как только я начала повышать тон, она такая, ладно, ладно, все, и куда-то быстро съехала. У меня сердце колотилось, на самом деле, я поняла, что немного бы проворонила, и меня могли обмануть. Но я всегда была очень внимательная, потому что частенько это все дело происходило на рынке, и я, ну, как бы... очень контролила этот момент. И я не припомню даже, чтобы меня на рынке хоть раз вот так вот обманули или обсчитали. Вот так. Такой вот опыт. Ну что, мои хорошие, забрала машинку. Смотрите, какие коврики вот у меня шикарные. Просто по машине сделанные. Кайф. Все. У меня, оказывается, были там коврики одни родные, потом резиновые были коврики. И вот чтобы эти постелить, мне нужно было две пары ковриков убрать, два слоя ковриков убрать. Здесь вот, смотрите, видите, у меня с логотипчиком Toyota. У меня в Инстаграме, кстати, есть, где я заказывала эти коврики. Можете перейти в мой Инстаграм, посмотреть. Я там с ними фоткалась, с этими ковриками, и указывала местечко, где заказывала. Все красиво убрали. Ой, попылесосили. Вот, смотрите, сзади красота какая. И эти коврики, что мне нравится, они отлично собирают всю грязь. Я, кстати, Милки... Ой, что это такое? Нашла тут. Ух ты! Выпала откуда-то. А что это? А, у меня почему-то такое ощущение, что это Кристина забыла. Она же у меня снимала два видео, и у нее там был Фаберлик. Она, по-моему... про тушь забыла. Она, наверное, выпала у нее, и она забыла. Короче, в машине лепота, чистота. Они даже вот эту штучку тоже промыли. Вообще, можно было бы ее снять. Как помните, когда я только забирала у мамы машину, я сняла эту фигню. Ее, наверное, надо снимать и постоянно менять. Но с ней очень удобно, если честно. Действительно, кладешь сюда телефон, и он не падает, не скользит. Вот, очень удобно. Поэтому я бы не снимала чисто из-за удобства. Но, наверное, придется все время менять. В общем, осталось мне поменять вот эти только... вот это вот, понимаете? Но это я буду делать, когда чутка потеплеет. По качеству не очень, конечно. Ну, какое-то время можно потусить. Они легко одеваются, вот эти вот чехлы. А потом купить нормальные. Я просто не знаю, сколько эта машина у меня пробудет. Но сейчас так все чистенько, так красивенько. Прям вообще так приятненько. Как раз перед маминым днем рождения покатаю ее в нормальной машинке. Так, надо настроить теперь мне зеркала. Левая. И отправляться. Девочки, вот как я люблю. Вот мое счастье пришло. Короче, огромная коробка. Я думала, просто они мне пришлют попозже, придет. А оно пришло опять неожиданно, так быстро. Коробочка. Скоро будет распаковка на втором канале. Я вообще вот, ой, в восторге. Вещички, ньючик тоже. Кое-что пришло здесь. Не только вещи заказала, кстати, на том сайте Шея и Надежда. Вот. И от моей подписчицы пришла посылочка. То, о чем я давно уже всем уши прожужжала. Она мне взяла и прислала... Она работает в Магнит Косметик и прислала мне. Распакую дома, покажу вам. И я, знаете, вот необыкновенно счастлива. Даже, мне кажется, на моей любимой почте девочки увидели, как я расплываюсь в улыбке, потому что они достают эту огромную коробку. Я говорю, это мое? Они такие, да. А я не ожидала просто, что он так быстро придет. И они мне раз посылку, два посылку, три посылку. То есть я, ну, как бы не заходила уже давно. И как бы, ну, не следила, не отслеживала ничего. И сообщений никаких не приходило. И так просто. Я знала, что мне вот девочка, одна из моих подписчиц, прислала подарок. Вот. И я как бы за ним зашла. А мне тут раз и раз еще посылки. И я такая улыбаюсь. Я говорю, это мое счастье. Я просто очень люблю посылки, очень люблю одежду. Особенно, которую заказываешь с интернет-магазинов, которую ты, в принципе, никогда не видел. Еще всегда это любопытно, ты ее померишь. Ожидания, реальность. Это так интересно. И я вот к тому, что насколько клево, когда ты ничего не ожидаешь. Когда сюрпризы и подарки, они спонтанные, понимаете? И ты вот не ждешь, ты просто зашел за одной посылкой, а тебе их дали 4. И ты такой, ё-моё, вот это счастье. Я единственная, не знаю, как я буду сейчас все это домой поднимать. Я, наверное, сейчас это
домой подниму все это, а потом за мелким пойду. Потому что если еще Деньку с собой, коробки эти... Не, с одной стороны, он мне может помочь, вроде бы как, да, поднять все это. Я могу дать ему мелкие коробочки. Он будет помогать мне нести, а большую коробку сама подниму. Кстати, да, может быть, мне с ним даже будет и легче. У меня ж пацан растет, мужик, помощник мой. Так, смотрите, девочки, вот он мой помощник маленький, мой зайчик. Опа. Так, закрывает ногами мама. Тоже у меня вот такая большая. Большая посылка. Ну все, пойдем, держи крепко. Так, зайчики мои, мы пришли. Сейчас буду разбирать посылочку от моей подписчицы. И хочу ей сделать комплимент, что у нее очень красивый почерк. Она написала все, ну, я не буду показывать фамилии, адреса, но очень красивый почерк. У нее прям вот, прям, я не знаю, красота. Так, открываем. Та-да-ди-да-дам. Да, смотри. Ой, она еще подарочки прислала какие-то. Расческа, девочки. Вот та самая расческа. Да. Смотрите, она мне еще манго, 100% фруктовая польза. Это у нас крем для тела, тропический вот такой вот еще в подарок положила. Но в первую очередь вот эти вот расчески. Она написала мне первым делом, говорит, я работаю в Магнит Косметик, и нам прислали расчески. Она говорит, тебе надо брать сразу две. А потом говорит, я тебе их пришлю. Вот. Она прислала мне сразу две расчески для того, чтобы я потом не занималась поисками. Но все равно у вещей есть свой срок годности. Она позаботилась, сразу две прислала. Смотрите, красивая, белая, с мятным цветом. Классные. Вот, да, девочки, это та самая расческа, вот угадала. Потому что другие девчонки, кто присылал мне, кто-то угадывал, да, из того, что я показала, а кто-то мне присылал совершенно другие расчески, совсем другой формы. Не знаю, может, она похожа там на многие. О, а здесь, смотри, давайте откроем. А здесь она еще немного другая. Смотрите, по ощущениям то же самое, но она, видите, у нее один ряд высоких волосинок, другой ряд низкий. Один раз высокий, другой низкий. Высокий, низкий. А то, которое у меня, у нее нет. И еще две масочки. Смотрите, какие красивые тут. Одна у нас масло Муру-Мура и роза. А вторая у нас кокосовая вода, цветы мимозы. Ой, они какие-то там... Не, вроде тканевые. Мне показалось, как будто гелевые какие-то внутри. Вот, в общем, большое спасибо Анне Валерьевне за такой подарок. Класс, очень приятно. Сделала сейчас себе такой вкусный чай. Просто все подряд туда добавила. Столько всяких добавок, и он просто мега вкусный. И еще мега полезный, потому что полезностей много всяких трав, мурав. В общем, время 20:50. Пойду Денечку укладывать спать. Я что-то пришла домой, и после вокала я очень устала. Я прям после вокала пришла, забрала Деньку, и вообще чувствую, что у меня как будто нет сил. Но мы сегодня очень жестко позанимались, прям меня распевали так хорошо, что я реально мышцы почувствовала свои там все какие-то внутри, которые до этого не чувствовала. И прям, ну, энергии много потратила, и как-то раз, и это... Вроде ничего не делала, только вокал и был. Как мы помним, у меня есть рубрика «Что стоит покупать в Faberlic?». Вот мои любимые средства, которыми я очень пользуюсь. Очень многие спрашивают, что у меня за помада все время на губах. Самая обалденная нейтральная помада. Мне вообще очень нравится их и упаковочка, как они сделаны. И вот, девочки, запомните вот эти вот номера, потому что постоянно в сторис, в видео... 40-619, 40-827. Они практически идентичные, девчонки, по цвету. У меня еще третья есть, и вот они буквально оттенком отличаются. Небольшим, на самом деле. Видите, она прям под натуральный цвет ваших губ. Отлично смотрится, вообще просто под любой цвет волос, девчонки, и под любой цвет кожи, мне кажется, очень классно. Вот, я вот это вообще у меня must have, который у меня в сумочке всегда. Постоянно беру сухой шампунь, и мне он очень нравится, Faberlic, вообще никаких нареканий нет. Мне нравится, как волосы становятся сразу, прям очень быстро убирает жирность с кожи головы, вот, с корней. Обалденная кисточка, которую я когда-то заказала, и все, это просто must have мой, обалденная, обалденная, густая. Я ей наношу пудру, вот как раз-таки пудра,
да, отличная пудра, я сейчас расскажу про нее. Наношу пудру, наношу румяна, могу даже хайлайтер нанести, контуринг наношу, все одной кистью. Она обалденная и незаменимая, так что, если вы хотите кисточку вот такую хорошую, знаете, для пудры, для контуринга, прям для румян, я вот рекомендую купить вот эту, она красивая и она классная. Вот сколько ей уже, я не знаю, больше года, она вообще как новенькая. Ну и вот эта рассыпчатая пудра мне очень нравится, она придает такое, знаете, очень-очень естественное сияние. Я наношу ее, вот она со спонжиком здесь, но я наношу ее как раз-таки вот этой кистью, мне нравится. Здесь вот так чуть-чуть раз-раз сделал, сеточка, тут какое-то количество выпало этой пудры, да, и она прям, знаете, ну это только при свете определенном, так она матирует классно, но у нее здесь такое мерцание, и кожа сразу приобретает очень здоровый-здоровый вид. А на солнце, вот к весне, прям вообще супер. Ну я не знаю, вам здесь, наверное, не видно или видно, вот смотрите. На пальчиках немного переливается. То есть не яркий, это не хайлайтер, да, но очень крутое мерцание. То есть напоминает мне пудру люксовой фирмы. Очень круто. Прям я рекомендую попробовать вам ее. Ссылку на Faberlic оставлю под видео. Там очень много новинок. Всегда, каждые 2 недели новый каталог. Скоро будут новые покупочки. Доброе утро, мои хорошие. У меня прям сейчас это квест. Отвела ребенка в сад, и у меня сегодня, ну, как бы считай, последний день перед наращиванием волос. Завтра мы договорились с Мишей, как бы, если все сложится, да, хорошо, удачно, то завтра он мне нарастит волосы и покрасит уже. А я хочу сделать вам там тест одних бигудей на вот эти волосы, потому что на длинные я их уже не сделаю. И я хотела помыть голову сначала, ну, чтобы на влажные волосы еще не зафиксированы сделать это. А сейчас у меня одна запись, вторая запись. Ну, как бы с чистой головой надо идти. Времени нет снимать. И, короче, сейчас я ее быстро помою. У меня час, буквально час помыть, посушить, одеться, собраться и ехать на массаж. Потом я еду на брови. И потом после бровей уже я смогу прийти домой, снова намочить волосы и снять это видео. Вот, короче, у меня сегодня это, прям это, попыхи называется. Все, побежала голову мыть. Все, мои девочки, а я говорила доброе утро? Я не говорила доброе утро. Привет, мои хорошие, доброе утро. Я уже помыла голову, а нет, я говорила. Вообще, я забыла, снимала или нет. Короче, я собралась, сейчас делаю кофе, наливаю в термос и еду на массаж. Одна массажистка, когда еще, я, может быть, уже рассказывала, когда еще жила в частном доме, помните, такой был у меня небольшой домик, я ходила туда рядом в салон. Сейчас мастер переехала, написала мне, что переехала, и я вспомнила о том, что я хочу ходить на массаж, начала узнавать то все. В общем, поеду сейчас к ней, мы подберем комплекс, и она мне начнет уже делать. Сделаем какой-то комплекс. Я говорю, надо кожу подтянуть, она дрябленькая какая-то стала. Я еще вот это редко хожу на занятия. Ну, короче, она что-нибудь сейчас делает, антицеллюлитное, там то все, обертывания какие-то. Вот. Я ходила к мастеру, помню, что она очень хорошая, молодая, квалифицированная. У нее все время она квалификацию свою повышает. Вот, я очень люблю таких людей, ценю. Вот, и, конечно, ходить к ним люблю. Поэтому я к ней, а потом я записалась на бровки. Тоже мастера мне посоветовали. В общем, пойду. Ну, бровки не татуаж, а просто коррекция и ламинирование хочу сделать. Кстати, хочу у нее спросить еще, что ламинирование делать. Я бы хотела, чтобы они просто лежали у меня, знаете, все красиво, одинаково. Вот. Ну, в общем, у нее красивая работа, посмотрим, что она сделает мне сегодня. Вот, короче, я бегу на массаж, потом бегу на это. И в разных концах города находятся мастера. Вот разбросала так. Ну, ради хорошего мастера можно куда угодно поехать. Ой, девчули, как же приятно садиться в чистенькую машинку. Вот это вот прелесть, вот это надо поменять. Только быстрее. Такой кайф, прям садишься, как будто прям красота. Надо чаще уделять этому внимание. Да. Ну, некогда, я вся такая, ту-ту-ту-ту-ту. Вот. И еще я хотела сказать, что, блин, на самом деле, какая бы сумка у вас ни была, мне кажется, она всегда будет полная. Маленькая это или большая, поэтому вот у меня мелкая бежевая сумка, у меня вот эта черная, и я вам скажу, ну, они, ну, как бы заполнены нормально. Будет рюкзак, рюкзак будет заполненный. Будет огромная вот такая сумка, я найду, что туда положить. Кучу всякого всего. На самом деле, достаточно вот такой сумки, что там документы, деньги, карты. У меня даже здесь и помады 2 есть, увлажняющие обычные. Спрей для носа, какие-то документы. Ну, короче, дофига здесь всего. Купоны там, ну, все же нужно для жизни. Вот. Так что это.
Лучше маленькие сумочки брать и брать все необходимое, а не все подряд, всю свою жизнь в сумку класть. Девочки, я приехала. Вот Александра, с которой мы уже знакомы очень давно. Посмотрите, какой новый кабинет у нее красивый. Я прям зашла и чувствую, у меня сейчас тут релакс будет. Раздеваюсь. Ну, липосакцию. Ага. Что она будет делать? Она немножко уберет отеки, потому что вы немножко отекаете. Плюс она восстановит тургут кожи. Угу. Плюс ко всему она расщепляет подкожный жировой волокон, наружный жировой волокон, избавляет нас от целлюлита, выравнивает кожу и придает ей более естественный вид, более ухоженный. Угу. С первого уже применения будет видно после результат? После первой процедуры мы увидим сразу же результат. Ой, это я люблю. Приступим. Девочки, у меня массажист, который любит делать подарки. Девушка. Представляете, она мне подарила вот такую вот розу. А эта роза ручка, ну, видите, да? Но сам факт, что посмотрите, какая роза, она как настоящая. Она мне когда подарила ее, говорит, вот вам подарочек. Я говорю, я подумала, что это роза настоящая. Она говорит, это ручка. Я говорю, да, да, я уже поняла, что это ручка. Я говорю, блин, ну надо же было так розу сделать, как настоящую. А я совсем недавно, девчонки, хотела, искала вот такие. Помните, я вам говорила, что прикольно маленький какой-нибудь, маленькую вазочку, даже вот в фикс-прайсе продается, красивая, беленькая, да, и поставить туда именно, ну, для красоты не натуральный цветок и не искусственный цветок, но ручка. Ручка с цветком. Это же уже вот не совсем искусственный цветок. Потому что это функционал имеет, это в первую очередь ручка. Короче, так приятно, классно, и это мне нужно это было. Так, время у меня до бровей 1.5 часа. Я думаю, может быть, где-то перекусить, что-то нормально поесть, потому что с утра у меня такая активность, естественно, ты ходишь, то все, сейчас у меня все токсины из меня повылазили. Вообще, массаж на самом деле классно. Я помню, что я к ней ходила, когда моему малышу было где-то 1.5 года. Она меня восстанавливала очень хорошо. Вот. Сейчас у нее еще больше куча знаний всяких разных, потому что она повышает квалификацию. Обалденный кабинет у нее здесь. Просто заходишь и попадаешь уже сразу. Вот я люблю. Не просто... В прошлый раз, когда я ходила, там был кабинет чуть попроще. Здесь, конечно, я пришла и сразу обалдела. Вот человек растет, занимается. У нее, кстати, собирается, она мне сказала еще, аппаратная косметология в будущем будет, короче, расширяется, растет. Молодец, класс, столько всего будет интересного, я обязательно пойду. И я рекомендую, кстати, особенно девочкам, кто живет рядом, район Северный, вот она занимается, вот мост недалеко, Северный рынок, по-моему, недалеко, что здесь, торговый центр Парк недалеко, вот. Так что, кто здесь живет, прям обязательно, обязательно. Я ссылку оставлю на нее под видео, чтобы будете спрашивать по-любому. Сразу оставлю. Прям зайдите, посмотрите, вот адрес, да, где она работает. Севарская, куда я ехала? Я уже забыла. Севарская 22, по-моему. Ну, я быстро доехала, даже, ну, я чуть-чуть в другом городе, я чуть в другом районе живу, да, но я заехала за 20 минут утром, вот, поэтому нормально. А кто здесь живет, вообще кайф к ней ходить. У нее море процедур всяких разных. Плюс она профи. Вот, я выехала, кстати, и она находится сразу. Вот, дом белый, а вот он, торговый центр Парк. Вот она рядом тут находится. Блядь, еду-еду, у меня уже вон одна единичка мигает просто. Я сейчас разворачиваюсь, хорошо, у меня запас времени есть. Заправиться. Трындец. Обидка какая, представляете, приехала на заправку, на которой у меня есть карта. Вообще. И, короче, я сканировала карту в Pay. Ну, не в приложении 100 карт, а там вот у меня там Pay что-то плачу там, да, и там тоже есть, можно забивать карты. Я QR-код забила туда. Я им как бы преподношу, они такие, у нас QR-код не копируется. Представляете? Получается, вообще они мне не... карточку убрала, они мне не могут накопить бонусы, и бонусами расплатиться я не могу, а я еще полный бак фирменного этого, вообще говорю, зря к вам приехала, расстроилась прям. Взяла вот такую вот штуку с изюмом, она прям горячая, сейчас настроение хоть поднимусь. Не люблю как-то так, не люблю, зачем я делаю карту, зачем я заезжаю специально в это место? Чтобы просто мне сказали, извините, до свидоси, зачем? Бесит. Покажу вам немного нашего города Ростова в центре. Я сейчас еду по Ворошиловскому мосту на Буденновске. Вот. И здесь у нас
Вот что есть. Ну, просто дома такие, знаете, старые. Вот, это еще даже жилые дома. Представляете, вот каково жить вот тут вот в центре. Прямо когда твои окна выходят на дорогу. С одной стороны, классно, но я на самом деле в Москве жила вот прям возле третьего кольца. И у меня прям окна выходили на проспект. С одной стороны, классно, вид классный, город, я люблю. Но так грязнелись окна всегда, такие грязные окна были. Их невозможно было отмыть. Только помоешь, и они снова грязные на следующий же день. Вот, а сейчас впереди будет Садовая, и будут вообще всякие административные здания, очень красивые. Я люблю Садовую. Улица достаточно, ну нет, не широкая, Ворошиловский шире, Буденновский шире, по три полосы, по четыре. Ну, одна полоса для парковки, нет, здесь вообще пять полос. В две полосы у нас парковка стоит. Вот, видите, здание тоже. Спортмастер здесь у нас на первом этаже. Кафешка, тут я помню, мы как-то пели с вокальным классом. А вот, смотрите, здание тоже красивое какое. Вот я всегда представляю, что как это гостиница или что-то, вот на балкончик вот так вот выйти, такой маленький, и пить кофе, фотосессию какую-то сделать. Вот, тут вот, по-моему, а или на Буденновском, или на Ворошиловском. А вот, да, какой-то университет, Ринг. Вот он. Так, мы едем все прямо сейчас. И надо будет нам еще где-то припарковаться. Вот в чем может быть беда с парковкой. Это красивое здание, да? Вот, вот там, смотрите, балкончик. Ну, клево же вот так выйти. Это вообще с двух сторон, представляете, у кого-то и там дорога большая, здесь дорога большая. Но здесь, наверное, не живут. Я даже не знаю, честно говоря, что за здание. Я вот плохо в этом разбираюсь. Знаю, где там здание администрации, там еще что-то. Вот... Большинство зданий не знаю, что. Вот там тоже какой-то, по-моему, университет. Вот там вот. Могу ошибаться, конечно. Такой я знаток своего города. Такое себе. Так вот мы заезжаем в маленький проулочек. У нас прям с Ворошиловского. И вот здесь надо будет мне искать еще где-то парковку, блин. Видите, старые дома. У нас в центре, на самом деле, очень много частных вот таких старых домов. Посмотрите. Вот, тут вообще заброшка какая-то. Вот. Да, красота. Центр города. Вот Садовая улица, все прекрасно. Старинные дома. Заезжаешь в переулок, и вот тебе она. Ну, в этом есть свой шарм, если честно. Вот, видите, ободранное. Забор, обрисованное что-то тут. Так, у нас главное. Пропускаем. Вот дома, видите, вот как тут жить, посмотрите на эти балконы, а здесь люди живут, чтобы вы понимали, у меня даже знакомый здесь жил давно, у меня было когда там лет 18-19, не знаю, в гости приходила, там жить невозможно, там просто, ну я реально говорю, мне кажется, современный человек, ну только если осталось ему там от бабушки, это, ну как бы знаете, да там и ремонта, наверное, смысла нет делать. Впереди вот у нас башни-близнецы, так, пропускаем всех. Башни-близнецы, я ходила, там занималась, вышивала. Шила и на английский ходила, там очень хороший преподаватель есть. Единственное, что это центр, вот неудобно, да, с парковкой все время. Так, ребятушки, ну это бесконечно, вы можете так идти. Красивая улица у нас вот эта. Опа. Вот они, башни-близнецы. Видите, как плотненько тут все стоит. Но я надеюсь всегда, что ну, мне повезет, там, и я найду местечко и припаркуюсь. Вот здесь у нас еще улочка. Вот, смотрите, влево. Здесь кафешка, вон, видите, красиво как. Вправо тоже красиво. Здесь фоткаются все обычно. Здесь вообще красота фоткаться. Надо будет с Кристинкой погулять здесь. Итак, у меня в последнее время прям все дни расписаны, знаете, уж преображать себя так преображать. Сегодня я сходила уже на массаж, и
мастер мне подобрала обалденный комплекс. Она будет разные все время методики применять, да, но с целью все, чтобы подтянуть кожу. Она говорит, у меня кожа хорошо подтягивается, да. И прям с первого раза увидела результат, ей понравилось, говорит, 5 сеансов будет круто. Вот, мы делали сегодня карамельная липосакция, а потом криообертывание было. Кожа очень мягкая, классная, мне прям понравилось. Вот, и она говорит, ой, я прям вижу, у тебя вот здесь вот подтянулась ягодица, прям как мне надо. А сейчас мы с вами идем на бровки, мне сделают ламинирование, окрашивание, посоветовали мастера, сейчас посмотрим, в первый раз к ней иду. В центре находится, прям на Буденновском, вот здание Макдональдс, и вот здесь она находится. Сделала бровки. А вообще я вот в ЦУМ зашла, смотрите, поднимаюсь. Та-ра-ра, красивый свет, цвет. Вот сверху вам покажу наш Ростов. Видите, вот такие вот окна примерно и в домах, которые над дорогой. Так вот, туда вот у нас, в Буденновске. Красота, лепота. Ну что, мои хорошие, я, наверное, буду заканчивать этот влог, потому что следующий влог, это будет уже чуть осветленные волосы и нарощенные или наращенные. Вот такое еще я в комментариях услышала словосочетание. Вот, словосочетание. Господи, ударение. Вот, умничаю, такая умничаю, умные слова говорю. Я не могу. Короче, вот, поэтому уже, в принципе, мне нечего снимать до наращивания волос. Поэтому увидимся в следующем видео и зацените меня с длинными волосами. В общем, буду уже всем там делиться ценами на волосы, работой на наращивание волос, опять же, почему решила, какие ожидания и многое-многое другое. Потом будем наблюдать вместе, наращивать волосы буду первый раз. И я вообще не знаю, сколько я с ними прохожу, понравится мне это или нет, в общем. Спасибо, кстати, за обратную связь, девочки, кто пишет свой опыт. Я очень прям подробно читаю, и все у меня откладывается, в общем. Но, опять же, это так все индивидуально, что я должна сама попробовать и иметь свое личное мнение, личный опыт, вот. Но все равно послушать опыт чужой тоже интересно. Хотя не чужой, родной, вы же мои родные. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока.